В этот замечательный солнечный день в школе Олимпийского резерва есть добрая традиция – это подведение итогов. Подведение итогов спортивного сезона 2014-2015 годов, но а также самой главной солнечной церемонии – это посвящение. Посвящение юным спортсменам. Это все сегодня пройдет здесь, в зале, в Бортовском зале школы Олимпийского резерва. Я очень рада сначала всех вас приветствовать. Я думаю, что наши воспитанцы готовы. Всем хорошего настроения и надеюсь, что каждый из вас начнет будет рад. Спасибо. Самый важный момент сегодняшней церемонии – это церемония посвящения. И она пройдет чуть позже, уважаемые девочки. А сегодня хотелось бы начать, конечно же, самое важное событие – выступление разрядов. Самый, наверное, главный разряд в жизни каждого спортсмена – это заслуженный мастер спорта. И сегодня мы хотим вручить значок медали мастера спорта следующей девочке. Послушайте, Матвейка, художественная гимнастика. Желаю